Мы находимся в Либерии, я продолжаю свой рассказ. Значит, пошли гулять вдоль пляжа, никого не было. Вот первый человек идет, не знаю, почему он сюда идет, но идет. Вот это вот отель, муж его смотрел, тоже хотел его снять, называется морская обезьяна. Да, я еще подумала, манки, думаю, какая-то обезьяна. Ну вот это вот обезьяна. Значит, мы прошли уже, ну вот так пол пляжа, наслаждаемся жизнью. Муж говорит, ну что, останемся на еще один день? Я говорю, посмотрим, как поспим, потому что не так, что ну только пляж. Еще же и что-то покушать надо, и как-то поспать, то есть тут много чего. А, он, может, охранник этого места, поэтому он сюда и шел. Вот. Но потому что муж еще удивился, говорит, как это тут ничего не разворовали? Так смотришь, никого нет, а там, говорит, и алкоголь стоит, и стекла, и все. Это же, ну, если вот такая заброшка, кто-то должен охранять, может быть, это и есть охранник, может, он пришел. А так на пляже вообще никого, вот мы одни тут гуляем, наслаждаемся жизнью. Ну что, всем привет с Атлантики. Передаю тепло в России. Тепло, +31.